Всем привет! В этом видео у нас новинка InkTank 319. Это многофункциональное устройство 3 в одном с классической палитрой CMYK. Отличие линейки InkTank от других принтеров – это отсутствие картриджей. Вместо них используются емкости с чернилами, которые встроены в корпус самого устройства. Благодаря такому решению можно значительно экономить на печати. HP 319 специализируется на домашней печати, поэтому разрешение устройства 4800 на 1200 точек на дюйм. Печать снимка на фотобумаге А4 займет 6 минут. А маленькой фотографии 10 на 15 – около минуты. Устройству доступна функция без полей. Кстати, здесь можно регулировать количество используемых чернил. Здесь есть 3 режима печати, каждый из которых задействует разные объемы чернил. Драфт для черновиков, стандартный и режим высокого качества. Но не забывайте главное правило – качество выше, скорость печати ниже. Здесь верхняя подача бумаги. Вместительность лотка всего 60 листочков обычной бумаги А4 формата. Аппарат поддерживает плотность от 60 до 300 граммов на квадратный метр. Результат по скорости печати текстовых документов везде отличается. Кто-то говорит о 19 страницах черно-белого текста, ну а кто-то о 8. Но по международному стандарту МФУ за минуту выдает до 8 страниц в монохромном или 5 страниц в цветном режиме. Двусторонней печати, к сожалению, нет. Свойства сканера 1200 на 1200 DPI. Этого достаточно, чтобы получить скан хорошего качества. Максимальное разрешение копира 600 на 300 DPI. За один цикл выдает 9 копий. С МФУ можно работать только по USB. Никаких других вариантов соединения не предусмотрено. Здесь кнопочное управление. Меню вынесено на верхний корпус МФУ. Рядом разместился небольшой экран. Подведем итоги. InkTank для тех, кто действительно много печатает. Рекомендуемая среднемесячная нагрузка на такую модель до 800 страниц формата А4 офисной бумаги. Здесь хорошие показатели сканера и копира. А на этом у меня все. Заходите на оригиналом. Нет, мы точно знаем, какой принтер подходит именно вам. До встречи!